Так, друзі, ну що ж, пересіли ми поближче один до одного з Каріною. Чому? Тому що логічно, що в нас з'явився хтось третій. І цей третій – Олександр Єфіменко, бармен, якого ми сьогодні вже анонсували. І вітаємо особисто з професійним святом, з Днем бармена. Героїчний бармен, який до нас прийшов зранку, незважаючи на свою вечірню вчорашню роботу. Вам дякуємо за те, що вирішили поділити. Ну, взагалі, ось цей час, це десь ти додому вже чи спиш? Завтракаєш утром. Утром завтракаєш, після зміни себе прийшов, тихонечко начинаєш потихонечку себе завтракати. Ага. Це типу вечеря, так? Це ужин уже. Графік змінюється, біоритми зовсім інші, ми, да? Совершенно вот противоположні люди обычным людям, которые дневные. Ну, вот мы ночные люди. Это, ну, скільки в тебе починається? Ну, у нас розпочинається бадьорий ранок там десь о 7-й ранку. В тебе у якій годині? В 6 вечора, в 7 вечора. Ти, вот, це ти вже? Ти вот, да, вот, потянулся, вот это вот утречком, а, ну, утречком. Ти бачиш утречком? Сонце? Да, ти сонце бачиш? Конечно же. Я ж завтра, ужинаю при... А, ти якраз на світанку вечеряєш. Це другое ощущение, це все по-другому. Ну, зрозуміло, що твоє життя так на 180 градусів, так само, як і професія, вона також дуже крута, вона зовсім інша, вона є справжнім мистецтвом, це 100%, тому що, я думаю, ми не будемо зараз втрачати час на те, щоб пояснювати, що справа бармена – це величезна професія, величезна праця і справжнє мистецтво. Перейдемо до нього, тому що сьогодні попросили ми Олександра, щоб він приніс з собою якби знаряддя своєї праці. Ось давай знайомитись з цими знаряддями. І паралельно вже спілкуватись, розповідати. Потихонечку буду вас знакомить, с чем работаем, что мы, вообще, что мы готовим, чем занимаемся и вообще, куда мы смотрим хоть в этой в нашей барной культуре. Значит, здесь на столе показано очень много наших приспособлений, с помощью которых мы готовим коктейли. Если начать с первого, это шейкер. Шейкер нужен для того, чтобы приготовить коктейль, сделать вот этот вот коктейль, когда его смешать. Именно вся эта история, когда трудно смешиваемые напитки наливаются все в один стакан и перемешиваются. То есть, знаете, как сравнить? Если вот, например, кофе с молоком его можно перемешать, так, то коктейли, например, с сиропами, которые тяжелые, когда они легко расслаивают, там, с Бейлисом, с сиропами, то их надо обязательно размешать, чтобы они получился один вкус, один букет, один вот, чтобы ароматика вся смешалась. Тут же была такая, как за слово боже, рядина... Однорядная рядина. И именно таким образом оно все и происходит. Со льдом все взбивается, охлаждается, смешивается, ну и получается, соответственно, коктейль. Вот отсюда и рождается коктейль. До этого это были просто ингредиенты. Это отдельные напитки, которые ничего не имеют общего между другом. Но при слиянии их получаются новые, вкусные, какие-то более-менее вменяемые ароматы. Тобто симбиоз певних напоїв, они дают свой специфичный, эксклюзивный, окремый смак. Да. Так. Это, с этим понятно? С шейкерами... Так, шейкером поєднали. Шейк, понятно. Так, собственно, метод и называется. Метод шейк называется. Ну, никто не заморачивался, думает, ну, пацаны, ночью работаете, ну, да, на чем, не напрягайте мозг, держите. Это шейкер, значит шейк. Все классно. Все добре, так. Так. Также есть ложка барная. Барная ложка нам служит тоже для метода приготовления коктейлей. Все мы любим мексиканцы, все мы любим B52, вот это вот, когда вот начинается сам вот сок вечеринки, когда уже начинаешь. Ну, вот именно ложкой можно приготовить, расслоить напитки. Они расслаиваются за счет содержания сахара, за счет плотности напитка. Просто то есть, да. То есть, если, например, там текила, водка, джины, это более, ну, 40-градусные, не сладкие, соответственно, такие какие-то, не концентрированные, ну, не то, что не концентрированные, а... Ну, ні, я думаю, що так. Концентрація і сама густина більш-менша, так, ніж більш важких, таких як Бейліс і так далі. Тобто да. Це, так, щоб поэтому скласти... Розшаровуємо. Да. Їх легше буде розслоїти. Так. І поэтому з помощью ложки акуратненько ми її розслаїваємо, щоб вийшло красивенько, щоб і гостю понравилось. На рахунок ложечки. Ось ця спіраль, вона ж теж не даремна, правильно? Це ж не для візерунку, це для роботи. Іменно для того, щоб жидкість текла медленней. Угу. І, соответственно, вона ложилась слоєм. Ну, собственно, із розряду, щоб не плюх разочек. Так, і не, да, і не розбилась. Вона просто по спіралечці тихонечко спускається і, соответственно, викладається вже шарами, як нам зручно, плюс, правильно? Плюс її можна ще використовувати в інших візах, наприклад, стир. Вот именно вот этот вот бокал нужен именно для этого. Так. То есть легко смешиваемые напитки. Все напитки, которые минимум сахара. То есть, например, там смешать джин с мартини, да, там, ну, Джеймс Бонд же любил эти все истории. Соответственно, можно шейкер не использовать, потому что легко смешиваемые. Они нужны, льдом загрузили, налили ингредиенты, помешали. Розмішали. Чудово. Іменно вот этой же історії ми що зробили?
Так. Перелили і вже перелили безпосередньо, так. Іменно ми плавно перейшли к стрейнеру. О, именно стрейнер, вот це мене цікаво. Стрейнер, так. Це от інтересна штука. Так, цікаве слово. Стрейнер. І так, інтересна штука, яка нам допомагає, собственно, відсадити льод від коктейля. Іменно для цього він і потрібен. От такий от наш красивий. Ну, а лід, взагалі, ну, ось просто багато хто запитує, який має бути лід. Десь хтось зазвичай такі є у нас формочки, продаються у всіх магазинах, і там маленькі кубики льоду. А кажуть, що насправді лід має бути різної форми і великий шматок льоду. Лава, як правильно? Да, такий, ну, накололи прямо, знаєш, від айсберга відкололи. Тут справа в ефектності чи якось це практично роль, має? Давай так, роль льоду у коктейлі. И який де має застосовуватись, використовуватись? Конечно, конечно, лед играет большое значение. Если лед заморожен, если лед доморожен, то есть, например, есть ледогенераторы, которые там выкидывают лед, да? А если взять его еще и доморозить, так, то получается, что он не будет, так будет наводнять коктейль. Ага. То есть мы понимаем, что в любом случае, когда жидкость соприкасается со льдом, он потихонечку начинает растаивать. Так, и видно, фишка разбавляет. Наводняет, да, наводняет коктейль. Так. Соответственно, лед сейчас некоторые люди домораживают. Если перейти уже к глыбам, вот, которые, говорите, берешь кусок льда и вот это вот брутально начинаешь колоть, вот, так, все, так, все летит. Ну что, что еще надо? Что еще надо? Бармены же выпендрежники, им же надо вот показать, как это. Ну это шоу мое будет, так? Конечно, так, это красивая картина, 100%. Сейчас очень многие перешли на глыбу, это красиво, это доступно, и он не так наводняет коктейль. Угу. То есть поставил ледик, большому льду тяжелее растаять, чем маленькому. Ну это как бы... Так, тобто, в принципе, если людина хочет залишити концентрацию ту коктейля, яку він отримує одразу, то там запевно, зрозуміло, що це ж не шоти, правильно? Та, люди розтягують собі, смакують коктейль там впродовж вечора, то великий шматок, він дозволяє концентрацію цього напою зберегтись, так, да, більш довше. Супер, чудово. З льодом розібрались. Ще один гаджет. Ні, два назад. Ще да, два небольших гаджета. Мадлер. Мадлер. В народі толкушка. Люди, наверное, домохозяйки називають її толкушечка. Дай, дай что-то, да, дай что-то я там. Робити так, бутки. Вот. Прикольно, кстати, надо попробовать. Так, так. Вот, в барі вона нужна немножко по другому поводу. Популярний коктейль мохито. Так. Мохито. Ну, нікуди не деться, це літо, це жара. Это вот полный стакан льда. Зараз мається на увазі, друзі, не лише алкогольні, але і безалкогольні. До речі, безалкогольний мохито – це тренд, напевно, літній. Стоп. Це класика. Я да, більше хочу сказати, Вінниця навіть зимою його употребляють. І причому, ну, прям іменно употребляють. Я був удивлений, але, тим не менее, Вінниця його навіть зимою п'ють. Заказують, довольні, раді, да і ще. Все класно. Да. Не, мохито крутяк. Діти любят. Да, о чем можно говорить? Діти любят мохито. Поэтому он нужен именно для этого. Размять лайм, добавить мяты, тростниковый сахар со спрайтом, много-много льда, ну, трубочки, соответственно, ну, удовольствие. И так далее. Угу. И так далее. Ну, и наш мерный стакан. Наш так, мерный удобный стакан, который... Сколько в нем? На чистоту или... Ну, чтобы разуміти, знаешь, бо хто чарочками міряє, там, знаешь, планы на вечер, а ось по цьому як зробити? 50-30, мерная посуда для бармена, она очень удобна в работе и легко работает. Ну, ей легче, чем мерка, вот эти стеклянные мерки, когда ты как в аптеке стоишь, там переливаешь. Так, оно некрасиво просто. Так, поэтому мы используем себе вот такие вот мерные стаканы. Бывают разные емкости, бывают 60-20, 20-40, ну, разные. Но они нужны для того, чтобы да и быстро приготовить коктейль. В принципе, если установить вот в пальце там 2-3 вот таких гейзера, джиггера, вернее, легче будет готовить. То есть ты себе наливаешь разные ингредиенты в разные пальцы и переливаешь. Ну, это очень удобно. Их не надо мыть после каждого. То есть, ну, дальше уже наши хитрости. Я уже... Ну, это уже зрозуміло. Да, це, я не, да, хотел уже, не хотел копать уже. Да, це, бо наше нам, щоб гильдія барменів там телефонувала, погрожувала. І... Нам же нужен ще світанок. Ну, ну зрозуміло. То прийдемо якось з тобою, нас накидають, зрозумієш, і помста буде цілий вечір. Знаю, як нас, я нічого такого не говорила. Хочу запитати вас про рецептуру, про всі ці гаджети і про напої. Чи доводилось створювати щось авторське? Тому що я, за річ, потрібно знати базу і якусь класику, але хочеться ж творчості. Конечно, конечно, творчество – это, ну, это наше все, наверное. И я как бы уже перешел в ту как бы, категорию барменов, когда уже больше создаю, чем
чем стою за стойкой. То есть я уже там на должности бар-менеджера в Винницу приехал. Так. Поэтому я уже больше отвечаю за креатив, я отвечаю за какие-то новые коктейли, за авторские коктейльные карты, за вечеринки, за алкогольное сопровождение именно вечеринок. Поэтому как бы здесь только создавать что-то новое, что-то пробовать свое, что-то... Сейчас очень модная, наверное, модная и в тренде история food pairing. Может, слышали, не слышали об этом? Это сочетание коктейля, сочетание напитка и блюда. Те, про що ми говорили під час змагання цих World Class, так? Да. Нова така тенденція. Вона зараз набирає оборотів, це дуже цікаво, як по мені, це відкриває нові грані, нові вкуси того блюда, до якого ми звикли. Красна риба може по-другому сочетатися і по-другому чувствуватися з определеним коктейлем. Є такий, знаєш, вже встановлений стандарт і стереотип, що там, якщо риба, то це виключно вино, так? І там вже сортами виникають. Да. А ось з коктейлями дійсно це диковинка, і чому ні? Тому що, ну, коктейль, друзі, це не лише кривава Мері, яку вже знають, причому готують вдома з домашнім томатним соком, а потім дивуються, що не вийшло, бо все логічно. А ось дійсно це нові тренди і нові смаки, нові відкриття для людей. Це, на самом деле, цікаво. 21 век, взагалі, век, по-моєму, креатива. Люди совмещають несовместимое, якісь нові вкуси, ти просто удивляєшся, як люди взагалі можуть приходити к такому. Работаем, мы уже, по-моему, второй месяц работаем над этим. Сейчас вот буквально к 14 февраля, к День влюбленных, мы с шеф-поваром, с нашим бренд-шефом придумали сеты. У нас будет 3 сета на 14 февраля. Ну, в Люди Fusion Place, так, где, собственно. На правах рекламы. На правах рекламы. Вот, поэтому будем представлять, будем удивлять, будем что-то, какой-то пытаться отзыв услышать, в правильном ли мы направлении двигаемся, что вкусного еще приготовить. Ну, как-то вот в таком ключе решили подойти к дню с всех. Ну, тут на рахунок експериментів, так і ексклюзиву, друзі, 14 числа, якщо хочете, прийдіть, спробуйте, будьте в тренді, так, ну, здивуйте, як мінімум, себе і свою половинку. А ось на рахунок класики, ось традиційне питання, що в тренді, що замовляють найбільше, найчастіше? Я, до речі, перепрошую, ви до нас приїхали працювати з Одеси, і який час тут знаходитесь, і от смаки якраз вінничан, встигли вже трошечки вивчити? Вкуси вінничан... Здесь люди почему-то любят очень крепкие напитки. Я очень удивлен этому. С чем связано, не могу понять. Но Саша, вот... життя таке. Может, это вот мощь, знаешь, хочется немножко почувствовать какого-то харда такого, ну не знаю. Ну, любят крепкие напитки, замечаю. Бульвардие, негрони. Вот прям вот люди даже, я больше хочу сказать, люди там 20-летнего возраста, ну вот как ни странно, вот они приходят и говорят, сделай бульвардие. Ну, обычно у нас дети, подрастающее поколение любят сладкие напитки, но это нормально, типа, все мы любим эклерки, детство, но вот только перерастаем. То есть обычно это, вот здесь это уже люди, когда уже взрослеют, они такие уже более терпкие напитки, крепкие, ну там, не кривясь пьют. Так, а здесь как бы 20 лет парнишка сидит себе и такой, вкусно. Взагали, да, я такой немного, я уже понял, что вообще будет происходить дальше, и, по-моему, от этого отталкиваюсь. То есть на рахунок, мы сегодня за лід говорили, на рахунок негроні, ось мені найбільше в негроні подобається, це великий шматок льоду, який, да, глиба, яка всередині келиха. Так, ну, так, коли там п'ятниця. Поки що на старті. З приводу міцних напоїв поговорили. Знаємо, що ви працюєте і для діток, зокрема, да, є окремий такий вид цілої програми, як дитячий бар-менеджер. Конечно. Бар – це не тільки алкоголь. Надо это прекрасно понимать, да, понимать, что это не только алкоголь, есть все-таки какие-то безалкогольные истории, есть безалкогольные детские шоу, все-таки детям тоже это очень интересно, когда летают шейкеры, когда вылетают бутылки, все горит, когда выпускаешь огонь со рта, когда это все, вот эти вот огненные драконы вылетают, вот, ну, это все им нравится, вот эти вот детские глаза, как полные счастья. Покажи, еще ничего не надо, мама, отойди, дай просто, пусть дядя еще раз покажет. Ну вот, наверное, ради этого и хочется работать в этом ключе. Да, работаем с детскими мероприятиями, тоже готовим шоты всевозможные безалкогольные, с сиропами, с соками, со спрайтами. Готовим лонги, украшаем зонтики, трубочки, вечериночки. Гавайские вечеринки делали в детском стиле, то есть когда дети наряжаются, все красивые, танцуют. Фотографируемся. В планах есть еще там небольшое развитие. Какие-то детские мохито мы делаем. Ну, так. Пытаемся как-то вот развиваться. Ну, блин, это, наверное, интересно нам в первую очередь. Ну, круто. Оно, знаете, когда нравится, ну, оно когда идет от сердца, от души, так, оно и выходит набагато краще. Все-таки с детьми тяжелее немного работать. Зрозуміло. Вони дуже відкриті, вони заглядають. Они и требуют. Да, они и требуют. Я вот как-то понимал это время, и сначала это очень...
сомневался еще там, начинать, не начинать, но когда все понеслось, ну, 4.5 года уже. Вже працюю. Прямо. Тобто ви охоплюєте доволі таки серйозний віковий так, контингент від дітей до дорослих. Так? Ізучаємо вкуси. Абсолютно правильно. Ну що ж, можеш звернутися до тих, хто завітає не лише в п'ятницю, можливо, і сьогодні, і на 14-те скуштувати і комбінації страв та коктейлі, ну і взагалі до всіх виничан. Будь ласка, прошу. В принципі, Вінниця – класний город, нравится мне, здесь очень комфортно и очень классные люди. Поэтому 14 числа приходите, люди Fusion Place, буду вас удивлять новыми напитками. У нас будет в программе Food Pairing, это сочетание блюда и напитка, будет презентация, буду рассказывать, почему я пришел к этому, как я пришел к этому, почему именно вот сочетание, там будет красная рыба с васаби, то есть коктейль. С васаби. Ну, так взрываем вкусы называется. Взрываем обычный, обычный наш вкус. Поэтому будет вкусно. Я надеюсь, что вы оцените, понравите и понравится вам. Буду ждать вас в гости. Люди Fusion Place. Так, ну дякую. На правах реклами у нас прозвучала інформація. День закоханих. Якщо хочете здивувати свою другу половинку, себе і свої смакові рецептори, то будь ласка, приходьте. Олександр Єфіменко у нас сьогодні в гостях. Вітаємо ще раз з професійним святом всіх вінницьких барменів, всіх українських, світових барменів, хто сьогодні достойно може зробити коктейль вже собі та, і відсвяткувати.